пожаловать на это вдохновение во время месяца Картики. Есть на самом деле очень много прославлений Вриндавана. Одно идет от Рупы Госвами, и оно очень подходящее. Он говорит: «О Вриндаранья, лес Вриндадеви, Вриндавандхама, кто принимает прибежище у тебя, находит высочайшую радость». Что это означает, принять прибежище? Шарана или прибежище имеет три значения. Это, во-первых, основа, на которой вы стоите, может быть, под крышей, затем место, которое дает вам защиту, и третье — это средство, с помощью которых вы достигаете вашей духовной цели или ваше садхана. Все это примеры принятия прибежища. Здесь мы слышим принятие прибежища в лесу Вриндавана. Во Вриндаване главная богиня, кому все другие богини служат, это Шримати Радхарани. Очень редко найти Радху в ведических писаниях. Она очень сокровенная, и ее держат в секрете. А где можно найти ее стопы, отпечатки стоп? Ответ: во Вриндавандхаме. Иногда Шримати Радхарани идет собирать цветы своими руками. И когда она касается лиан, они улыбаются с помощью цветов, дрожат своими росточками и плачут с помощью меда. Сорвав эти цветы, Шримати Радхарани садится на возвышенную платформу и делает украшения, гирлянды из этих цветов для ее возлюбленного Кришны, который приходит в очень аккуратными шагами туда, где она сидит. Вриндаван — это место, которое украшено множеством отпечатков стоп Радхи, который ходит там, делает множество вещей под предлогом, чтобы встретиться с Кришной. Кришна и Сакхи переполнены экстазом, когда они слушают, как птицы Вриндавана прославляют Шримати Радхарани. Без умолку. О ум, говорит Прабхананда Сарасвати Такур. Найти удовольствие в играх Радхи, где она наслаждается, играя свои игры в лесу. Найти удовольствие и счастье там. Когда мы подходим к святой земле Вриндавана, это хорошо погрузить наши умы. Сначала отрешив их от многих тысяч мыслей, которые продолжают двигаться как машины через ум. Есть постоянный трафик мыслей, который происходит. Направьте дорогу вашего ума в направлении Вриндавана, и вы увидите, как все эти мысли, которые приходят, весь этот трафик будет украшен прекрасными качествами Вриндаван, который наделен божественной любовью. Я желаю вам всего самого наилучшего. Соблюдение месяца Картика. На следующем эпизоде я предложу вам очень простой и очень приятный метод, чтобы поклоняться Кришне в этот месяц.